хочется ж уже пивом ебать. А мне до банкомата ехать почти 18 километров, блядь. Ага. А завтра утром как раз я, хотя в отпуске, но я завтра этого человека заберу, поеду с ним на работу, заберу у него сразу все и поеду себе, мне на Украину еще надо. А в среду где-то после обеда буду в Москве. Но я буду ехать, я тебе наберу, мы договоримся, где встретимся. А у вас, а права уже готовы, готовы, да? Права уже готовы, да? Ну да. Завтра утром я их заберу, их забьют в госуслуги. Ты сможешь их увидеть в госуслугах, что они получены тобой, экзамены сданы. И все? Все, вас понял. Значит, до среды, да? Блядь, нахуй ты мне выкаешь? Я что, на выблядка похож или что? Меня Дима зовут. Я ж с тобой на ты разговариваю. Ну, это у меня как это, как привычка, которая сработана еще с Узбекистана. Я понял. Но не надо, а то я чувствую себя старым пердуном, блядь. Не-не, это как у нас как старшим всегда, как на вы идет, поэтому оно. Я понял, да, у вас это поставлено, конечно, четко, блядь. Все. Ладно, завтра утром тебе наберу. Хорошо, хорошо, все, спасибо вам, жду. Все, пока.